Я, Колосей Наталья Ивановна, врач и председатель профкома учреждения здравоохранения Драгищенская центральная районная больница. Я выступаю против санкций, вводимых Европейским Союзом, потому что наше благосостояние напрямую зависит от деятельности наших крупных предприятий. И от вводимых санкций пострадаем не только мы, но наши семьи, наши родители-пенсионеры, потому что они просто-напросто не смогут себе позволить купить лекарства для поддержания своего здоровья.